Она вошла в историю как первая российская теннисистка, выигравшая турнир «Большого шлема». Сегодня Анастасия Мыскина осваивает футбол. По статусу теперь положено. Ты мне так же предлагаешь сделать? Я могу так. Опа! Часом ранее Анастасия Мыскина официально стала послом от Самары на чемпионате мира по футболу. Соглашение подписали в областном правительстве. По традиции, каждый посол оставляет свой автограф на футбольном мяче. Теперь на нем 7 подписей. Если честно, для меня эта роль немножечко новая, да, я никогда не выступала никаким послом, да, и тем более другого вида спорта. Потрясающе, что это будет проходить в Самарской области, потому что я здесь бываю частенько, и мне очень приятно, что именно этот регион я смогу представлять. После церемонии Мыскина отправилась в Самарский теннисный центр. Здесь ее уже ждали юные теннисисты. Капитан российской сборной провела разминку, тренировку ударов и подач. Дети остались в восторге. За автографом звезды российского тенниса выстроилась целая очередь, как видите. Заполучить его хотят даже юные футболисты. Анастасия Мыскина стала 7-м послом от Самары на чемпионате мира. До этого соглашения подписали с космонавтом Олегом Кононенко, олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым, паралимпийской чемпионкой Николь Домакиным и другими. Теперь они будут представлять Самару на международной арене. Валерия Макарова, Константин Головин. События.